Можно ли сказать, что сегодня была драма, комедия, триллер и остальное? Ну, одним словом, это театр, Юр, называется. Ну, театр, да, может быть, у нас и был там. Вроде проиграли, потом раз, повели. Блин, они сравняли, потом по буллитам опять повели, раз они сравняли и там проиграли. Ну... Матч такой весьма напряженный получился, но несмотря на счет, настроение у вас более-менее хорошее. Все-таки можно поговорить о качестве игры, насколько им довольны? Да, в принципе, может, немножко обидное поражение. Так мы играли до последнего, старались, да, повели, даже могли выиграть. Там, может, чуть-чуть концентрации не хватило где-то в конце. Очко взяли, короткая память, у нас игра через день, поэтому дальше уже готовимся. Немножко с буллитами в последнее время не везет. Как компонент улучшить или стараться на это внимание не сильно не заострять? Да, ну так, на тренировке в удовольствие побить, и главное в игре по раскрепощению выходить, как на тренировке, грубо говоря, бить. В прошлый раз удалось в «Авангарде» здесь обыграть 5-0. Сегодня такая же классная атмосфера была на «Уфа-арене». Насколько матчи вот против «Авангарда» такие, можно сказать, близкие к плей-офф получаются? Ну да, у нас давняя история с ними, да, там сначала проиграли Броненов-Пов, потом выиграли. Вот такая у нас тоже там мини-серия туда-обратно, мы то выигрываем, то проигрываем, у нас так с ними интересные игры получаются. Ну, они ход набрали, получается, в начале сезона у них не очень было, там проблемы какие-то. Сейчас, в принципе, ход набрали, выигрывают, набирают очки. Совсем другая команда по сравнению с первым матчем. Ну, если говорить о сегодняшних, скажем так, плюсах в игре, все-таки мы выступали, так матч несколько неровно для нас складывался, неудачи такие нас преследовали. Можно ли как раз-таки, наверное, заострить внимание на том, что характер очень хороший показали? Думаю, да, можно.